Собакин прислал Тимину Старобой одно стихотворение, получилась тоже песня. А я знаю, что Наташа делает переводы. Вот она даже сегодня написала пост там, в Фейсбуке, да? Вчера, наверное. Вчера, да. Вчера. Я сегодня прочитал, что ее стихи, ее переводы, вернее, опубликовали в журнале «Белая скала». «Белая скала», да. Вот. Давайте мы вам покажем еще одно наше творение. Это перевод Тима Собакина, Роберта Бернса. Сергей, называется песня... Перебью, но если можно, да. Песню Дементьева очень просили для музея. Если помните. Ну, я же сейчас начну. Давайте я уже спою, а потом... Да, ну, если можно, если помните. Конечно, можно. Спасибо. Спасибо. Перевод.